Всем... Здравствуйте! Ждал меня, как всегда, моя золотая, моя солнечная. Я тоже рада встрече. Ты ждала? Погодишь. Держите орехи. Нет, это желуди. Помни, дорогой, все. А ты помнишь, как однажды осень в вашем лесу длилась до самой весны? Что я тогда натворила по всей земле? Какой переполох, какая путаница! Времен года тогда случилось. Помнишь, из-за тебя, дуб, из-за тебя ты не отпускал, кто это? Он похож на лист. А глаза у него доверчивые, как у цыпленка. Лисенок, ты здесь? Меня здесь нет. Это лисенок. Потомок Людвига 14-го. Представляешь, его семья навсегда отказалась охотиться. И при этом сюда, малыш! Тебе познакомлю с госпожой Осенью. А? Здравствуйте! Вот что меня интересует больше всего на свете. Из золотых листьев сделать настоящие золотые монеты. Вы это должны знать. Потому что вы очень красивая. Даже ресницы оранжевые. Хоть твой любимый снимается, лисьи хитрости он не утратил. Тебе деньги маленькие. Чтобы не охотиться, неужели непонятно? Ты тоже не умеешь. Только у природы. Как? Пойдем ко мне на службу золотиста. Надувной, говоришь? Возьму-ка я это. Окон заставляет детей играть с ним. Надувной, говоришь? Возьму-ка я это. Окон заставляет детей играть с ним. Пойдем ко мне в службу. Я тут остался один. Да нам все хорошо было. Привет, приятель. Прекрати дремать. Расскажи, как дела в Турции, в Греции, а в Африке, а в Австралии. Ну что? У меня много дел. Мне нельзя задерживаться. Прости, малыш, а я что-нибудь придумаю. Обещаю. Я придумаю что-нибудь для тебя такое, что дороже всех денег в мире. Спасибо, Осень.